Эти некогда зеленые лужайки, которые находятся недалеко от дома номер 40 по улице Новоселов, сегодня очень трудно узнать. Сплошное подмерзшее грязное месиво. Отсутствие парковочных мест сыграло с автовладельцами злую шутку. И если сейчас минусовая температура со своими обязанностями справляется на ура, то можно быть уверенными, что стоит весеннему солнцу подтопить чуть сильнее, а это будет вот-вот, грязь из-под колес машин польется прямиком на тротуары. Об этом, кстати, говорят не только природные факты, но и жители района. Все зеленые зоны полностью заставлены машинами. Грязь от машин идет на дорогу, на основную дорогу. Тротуара у нас там нету. Уже ходить нельзя. Дорога вообще вся выбитая, с ямами. Сегодня же чисто, а так здесь вот такое безобразие, что просто ужас. Мы вообще-то уже к депутату обращались, чтобы нам здесь помогли сделать ограждение. Но нам вроде как-то обещали перед выборами, а потом все заглохло. И говорят, что вроде бы нельзя сейчас. Вот мы уже повторно обращались, в дом управления обращались. Нам говорят, вроде бы нельзя проводить ограждение. Вот здесь площадь очень маленькая. И от машин от этих прям деваться некуда. Угу. Я говорю, вот тут уже тут детская площадка. В глубине дворов та же ситуация, что и вдоль проезжей части. Осложняется она лишь тем, что паркуются здесь зачастую непосредственно на детских площадках. Изуродованная колесами машин зеленая зона смотрится, мягко говоря, неэстетично, удручающе. Но если поставить оградки, то одна проблема сменится другой. Вместо вечно размазанной грязи появится страшная неразбериха, связанная с нехваткой парковочных мест. Тут, как показывает практика, и до драки недалеко. Замкнутый круг. Ни жизни пешеходам, ни комфорта водителям, ни площадок детям. Так и живем.